сегодня буду рассказывать об уходе Гранас. Прошел уже месяц после того, как я его купила, после применения. Месяц и даже немного больше. Поэтому сегодня буду говорить о нем, мои впечатления. Итак, первое — это был лосьон. Вот столько я использовала. Возможно, у кого-то другого ушло бы больше. Я пользуюсь утром и вечером, но почему-то у меня всегда уходит столько, я даже лью так хорошо, но я очень экономна в использовании. У других девочек, когда заканчиваются средства или тональные кремы, у меня они только начинаются, хоть открывали мы их одновременно. Но будем говорить вот об этом, какие мои впечатления сейчас. Уход мне в общем понравился. Сразу скажу, что он не переплюнул мой любимый La Prairie. Есть средства, которые ты наносишь, и ты сразу видишь эффект, и через какое-то время ты рада. Возможно, кожа уже стала у меня в такой степени, когда я уже, в принципе, ею довольна, и чего-то там большего ждать не приходится, не знаю. Может быть, так. Если бы я пользовалась, например, им раньше, чем La Prairie, может быть, я от него почувствовала бы эффект. Но будем говорить по факту. Мне он понравился, да, и понравился очень, но какого-то сверхъестественного результата я там не увидела. Хотя я не знаю, какой он должен быть сверхъестественный уже результат. Лосьон очень мягкий, очень приятный, хорошо увлажняет. Увлажняет, не придавая какой-то жирности, неприятной пленки. Все прекрасно. Лосьон на пятерку. Абсолютно. Есть такая душка небольшая и немного пахнет спиртом. Я, честно говоря, не знаю, есть ли в составе спирт. Может быть, даже нет, потому что он абсолютно не сушит кожу. Ну, почему-то одушка такая есть. Я часто замечала, возможно, есть какой-то другой ингредиент, который похож на спиртовую одушку. Почему-то вот есть. Следующее – это эмульсия. Я всегда любила больше крема. Я люблю его, потому что я чувствую, как он работает, как я его наношу. Что-то такое тяжелое чувство, мне это всегда нравилось, но теперь я люблю и эмульсии. Мне очень приятно, когда я показывала в видео про уход, когда можно нанести и вот так вот легко все это распространить по лицу. Очень-очень мне это нравится. Также хорошо очень увлажняет, если есть у вас проблемы с увлажнением. Это я всегда говорю, увлажнение, отбеливание – это Япония и Корея, конечно. Это просто безоговорочно, покупайте любую марку, которая подойдет для вашего типа кожи. В данном случае это Гранас. Это марка от Шисейда. Это эмульсия. Так, следующее. Это сыворотка для области вокруг глаз. Ее можно также наносить на все лицо. Можно наносить отдельно, как я уже показывала, проблемные зоны сюда, скорректировать овал лица. Мне это средство мне понравилось очень. Опять же, скажу, что на сегодняшний день у меня нет ни одного любимого средства под глаза. Хочу попробовать очень Минард, его очень хвалят, но он очень дорогой, и мнения разнятся. Некоторые говорят, что очень хороший, прямо супер эффект. Некоторые говорят, ну, так. Особенно почему-то вот я чувствую эффект, когда я наношу вот сюда. Действительно, мне кажется, что что-то преобразилось. Под глаза хорошо увлажняет, да, но все равно, когда улыбаюсь, некоторые средства есть. Вот вчера я использовала маску от Шисейда. Сейчас покажу ее. Специально оставила. Минифианс. Вот эту маску. Она мне понравилась очень тем, что здесь ткань, что ли, какая-то странная, пропитана она не менее странным молочком зеленовато-бежевого цвета. Очень приятно и хорошо крепится к коже, не скатывается, никуда не двигается. Кожа очень разглаживается сразу. Плюс еще здесь есть накопительный эффект, то есть он, помимо того, что пролонгирован, он еще и мгновенно. Вот такие средства я очень люблю, когда они мгновенно пролонгированы. После еще я не в этот день вообще, имею в виду, пользуюсь еще и этим средством, и эффект, в общем-то, мне нравится. Но в течение дня, когда ты улыбаешься, все равно какие-то морщинки есть. Я всегда говорила всем, что если морщинки появились, от них уже не избавиться. Но все равно хочется верить в чудо, что что-то такое появится, что избавит вообще от всего. Ну, средства я все-таки рекомендую, потому что для этих и разглаживание, и увлажнение в любом случае очень хорошее. Также я попробовала Преди, надеюсь, я правильно говорю. Вот в такой коробочке у меня были пробнички.
Вот это уже, когда я попользовалась этими средствами, я стала пользоваться вот этими, чтобы иметь представление, что это такое. У меня есть лосьон, который очень хорошо пахнет, очень хорошо увлажняет, мягкий, мне очень нравится. И есть эмульсия для лица, которая очень неприятно пахнет. Вот у меня прям поднимается настроение, и после дня сразу портится, потому что вот этот запах мне вообще не нравится, душащий какой-то. Не душащий с ароматом, а душащий просто убивающий запах какой-то такой. Убивающий в смысле не запах такой сильный, что он убивает, а есть запах, вот определенный, да, аромат, а он его убивает, нейтрализует. В общем, так. Этот уход мне не понравился тем, что он немного сушил мою кожу. Я терпеть не могу, когда кожа сохнет и когда она не блестящая. Поэтому вот сейчас у меня очень блестящая кожа. Это потому что, во-первых, потому что, конечно же, лампы. И вообще, есть некоторые тональные, вот, например, Кугендо, японский тональный, он создан для того, чтобы снимать видео, и он хорошо смотрится на видео. А вот этот тональный, он очень красивый в жизни, очень хорошо смотрится и безумно хорошо маскирует, но вот я смотрю на экране, такое ощущение, что он, знаете, если кто-то снимал через камеру 360, такое ощущение, что лицо просвечивает внутри, какие-то капилляры видны, которых вообще и нет на самом деле. Вот какой-то такой эффект загламуренного лица. Но мне, например, вообще не нравится, как я сейчас выгляжу. Сейчас мне напишут все, что хотят протереть меня салфеткой. Добрые люди. Вот этот тональный крем, это BBM от Clarins. Люблю эту марку, как-то ей так удалось быть недорогой и в то же время абсолютно шикарной. Этот крем, кто хочет, кто любит лоск в лице, купите обязательно BB-крем. Это BB-флюид с эффектом детокса. Еще и плюс 25% SPF. В общем, выравнивает абсолютно, делает гладкую кожу. Мне очень понравилось, несмотря на то, что сегодня на мне вот этот крем от Predia, который делает немного более сухой кожу. Я сказала, сушит, не сушит, знаете, а немного матирует, может быть, вот как-то так. Хотя вот этот Гранас, который я покупала, там тоже вроде бы написано в аннотации, что он должен матировать, но он абсолютно не матирует, он увлажняет очень хорошо. А вот здесь я не знаю, что вот к чему, как он должен действовать, но почему-то меня он матирует. И потом после этого я нанесла BB от Clarins, и лицо засияло, заблестело. Уж не знаю почему. Так, тут еще есть экстракт косточек барбадосской вишни. Так люблю я читать. Все это самовнушение, это так приятно. Барбадосская вишня способствует насыщению кожи кислородом. Особенно, знаете, когда прочитаешь сначала, а потом намажешь и чувствуешь, как эта барбадосская вишня насыщает тебя кислородом. Жаль, я сначала не прочитала, но я сейчас почувствую. Да, это именно вишня. Так, а экстракт таволожника. Боже, еще и таволожник. Поддерживает баланс ее микрофлоры. Может выпить тональный крем, поддержать микрофлору. В общем, этот крем мне очень понравился. Он очень хорошо увлажняет. Этот крем, наверное, хорошо на осень. Вообще все вот эти средства весенние, осенние, летние. На зиму все-таки нужно, наверное, что-то более питательное. А вот сейчас это в самый раз будет. И еще вот это средство, я о нем тоже скажу. Уже видеть его осталось совсем чуть-чуть. Оно очень хорошо увлажняет. Так что даже если вы пользуетесь чем-то, что немного вашу кожу матирует, потом можно использовать вот такой мист, и кожа снова станет увлажненной. Он мне понравился, второй раз я его не куплю, потому что, он, знаете, есть такие средства, которые работают, но которые почему-то к ним не тянется рука. Я уже об этом говорила, вот оно работает, но у меня не тянется к нему рука. Я куплю в следующий раз свою любимую Givenchy, термальную водичку или увлажнение, что-то такое. Там невероятный аромат, мне так нравится, особенно когда ты не хочешь вставать на работу, или какая-то была бессонная ночь, или где-нибудь были на вечеринке какой-то, и утром не хочется просыпаться, как только набрызгаешь, все. Ты свежа, как майская роза. На этом все. Я приобрела себе еще один лосьон. Теперь я буду пользоваться им. И следующее видео про уход за лицом будет об этом лосьоне. Всем пока! Вот из того, что я пользовалась этими средствами, мне кажется, что лицо стало глаже и кожа ровнее.
и какие-то мелкие капиллярчики, которые были тоже как будто исчезли. Ну, вот такие мои ощущения. Конечно, Япония мне очень нравится в уходе, очень-очень очищение и увлажнение, все у них прекрасно, все на уровне. Теперь я хочу еще попробовать Корею. Если вы знаете какие-то средства уходовые корейские, класса люкс, конечно же, напишите мне, пожалуйста, под видео, я с удовольствием почитаю об этих марках, хочу себе что-нибудь приобрести, мне очень интересно.